Всем привет! В этом видео я вам расскажу, где достать лазурит, самый редкий предмет в игре Sekiro Shadows Die Twice. Лазурит — это такой аналог куска титанита из Dark Souls, который можно прокачать протез до максимального уровня улучшения. Локации: Дворец Первоисточника. Идол-дворец. Идем вот к этому типу. Бафуемся. И нападаем. От этой атаки можно легко парировать. Это было идеальное парирование. Первый лазурит наш. Еще статуэтка. Также от идола дворец. Двигаемся в ту же самую сторону, на крышу. Теперь нам надо к великому карпу. Отдыхаем, чтобы скинуть с себя врагов. И подходим к этому дядьке. Это, кстати, отец той барышни. Якобы его карп заколдовал, чтобы он его кормил постоянно. Он зовет его господин. Звоним в колокол. И у вас, если есть драгоценный корм, его можно, кстати, на этой локации поискать, то можете его скормить ему. Вот, я нашел ценный корм. Кормим этого карпа. Когда покормили, возвращаемся к этому дядьке. Получаем драгоценные чешуйки за это. Ну, приятный бонус. А воспоминания по месте Хирата? Идем к другому торговцу. Бочка. Их вроде как зовут вельможи. У этого торговца тоже есть условия. Он просит нас принести чешую, но после того, как мы потратим в количестве минимум 7 чешуек на покупку какого-либо товара, то можно будет с ним поговорить. Говорим еще раз. И он даст нам ценный корм. Поистине драгоценный корм. Это сразу видно, потому как он покрыт волосками. Вельможа из Хирата, живущий в горшке, страстно хочет достичь совершенства. Тот, кто обретет чешую карпа, сам станет ближе к совершенству. Дарую тебе свое тайное сокровище. Bring it.
treasure. Теперь возвращаемся к великому карпу и даем ему тот самый ценный корм, который нам дал вельможа. После этого он уплывет в то место, где мы первый раз дрались с обезьяной стражем. Водопой обезьяны. Или как-то так идол называется. Водопой обезьяна стража вроде. И как видим, карп здесь лежит мертвый. Подходим и берем ништяк. Большой белый ус. Бесценный белый ус, взятый у великого карпа. Хоть великий карп и может жить бесконечно долго, его ус можно добыть, убив его. Кое-кто будет этому весьма рад. Одни при этом почувствуют облегчение от того, что выполнили поручение, а другие радость от того, что исполнили и исполнилось их желание. Возвращаемся к этому дядьке, и он будет искать карпа, потому что он не отзывается на звон колокола. Мастер! 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 И отдаем большой белый ус. И он нам даст божественную траву. Теперь тут есть еще один торговец. А я его не открыл. В общем, сейчас покажу, как до него добраться. Также от идола дворец. Забираемся на крышу и бежим уже направо. Когда великий карп умирает, вот этот торговец умирает тоже. Но не беспокойтесь, то что вы не успели купить у него вещи. Вот эти все вещи появятся у другого торговца, который будет в воспоминании поместья Хирата. И как видим, тот торговец уже превратился в маленького карпа. Это не то, чего он ожидал, поэтому он будет дальше нас просить принести ему чешуйки. А это его награда за то, что мы убили большого карпа. Он дает нам один лузерит, это его сокровище. А также товар у того торговца он продавал за 6 чешуек один лузерит. Теперь есть у этого торговца. Покупаем у него 2 лазурита. Как видите, у него красные глаза, он одержим. И ему пипец. Итак, идем брать последние 2 чешуйки. То есть 2 лазурита. Также идол дворец. И чтобы получить остальные оставшиеся 2 лазурита. Это совсем эндгейм контент. Для этого нужно победить босса Божественного Дракона, которому мы и направляемся. Красивая локация, не правда ли? Скипаем. Начинается босс-файт.
Нет, все-таки я запишу этот босс-файт. Но он такой красивый. Не по теме, но придется его пройти, этого босса. Один из самых красивых босс-файтов. После того, как разобрались с боссом-драконом, нам предстоит другой босс. И пока в замке идет война, нам нужно вернуться в старую локацию. Откуда все начиналось? Нас интересует тот воздушный змей.
можно легко пропустить. Так как можно пойти просто к финальному боссу, а не к этому секретному. Будьте осторожны, здесь полностью локация обновилась. В общем, здесь жесткие моды. Своих я не буду записывать. И за его убийство мы получаем 2 лазурита. Ну, собственно, и все. Извините, что видео затянулось. Надеюсь, я вам помог. Всем спасибо, всем пока.